Ну-ка, все, так, бегом хорошо. Сюда. Давай, жду. Вези в смотровую. Где она? Ой, Олег, хорошо. Первый операционный, Волошин оперирует. Я забыл, как это. Кривицкому. А я скажу, Кривицкому не могу дозвониться. Ради бога. Давай, мотор, мотор. Извините. Давайте, пожалуйста, с момента, подхватите, пожалуйста. Володь, ну потерял, ладно. Это всего лишь стопа. Бог бы с ним цвета. Она там не родная. А потом отни ее. Ну да. Ее под столом. Возьми, пощекай. Найди третью стопу. Простите, просто. Второй этаж, рентген? Да, второй этаж. А, второй этаж. Паша. Ну, это не надо, слышишь ты, Газар. Стоп, мотор. Вон. А, иду. Начали? Сейчас, подождите. Не могу больше. Сейчас. Сейчас, Юля, сейчас. Фу. Извините. Иначе? Простите. Ну, все страшно. Извините. Да ладно, он кухня, как она сказала. Скажи, будь нахуй. А теперь послушайте меня. Вот послушайте меня. Если сделаете это еще раз. Теперь послушайте меня. Если не сделать эту операцию, и ты меня послушай. Исход будет летальный. Я сейчас пойду посмотрю планы операционных, а вы пока оформляйтесь. Наблюдение из личного опыта? Ну и зачем? Стоп-мотор. Горько. Этот подыграл, да. Не надо укол. Зачем укол? Может, просто... Ты руку покажи. Вот. Ты видишь, как она разъелась? А вдруг столбняк или бешенство у этой белки? С ума сошел. Сядь туда. Чего ты испугался-то? А просто забинтовать не... Сядь и сиди, жди. Белку он кормил. Белка орешки любит. От чипсов твоих она облысеет. Облезет. Понял? Соли много. Вредно. Ну что ты, ест опять? Чайку дать тебе? Ох, малохольные. Руку засунул, дупло к белке. Я не могу. Опять. Извини. Ну я слушаю, говори, Господи. За все прости. Ну что случилось-то? Сейчас. Она все еще давай играет. Я говорю, можно тормозить? Можно тормозить? Можно да. Тормозить? Да, молодец. Сюда поближе и хлопни на третью. Это действительно засыпает. Так, тишина, массовка. Иначе. Ой. Слушай. Тишина. Я сейчас усну просто. Эльчин. Быстро в больницу, у нас срочная операция.